Вот я возвратился в Ярославль, и так получилось, что, скажем так, здесь простора больше, чем на Колыме. Видите, вы там зажаты. Очень много талантливых людей там, но все зажаты в рамках вот этой территориальной, не выйдешь особо-то никуда. Самолет, 10 часов лета, дорогие билеты. А здесь я на простор волны вышел, и меня понесло. Я стал участвовать в разных бардовских фестивалях, приезжая на этих бардовских фестивалях. Так получается, что за все мои года и ожидания мне все только бац лауреата. Так под задницу шлепают, на, иди, получай лауреата, на, иди сюда, подальше. Да. Да, и я, так сказать, сам вот прошел, как бы насытился всем этим делом. Вот. Ну и что мне не хватало? Я был лауреатом и районного, и городского, и областного, и краевого, и межрегионального, и стал всероссийского фестиваль. Мне не хватало международного. И тут мне предлагают, значит, поехали в Хорватию. Там с хором, я, так сказать, ездил с одним хором туда, в Хорватию. Там был конкурс. Я совершенно случайно говорю, слушайте, а можно, я в хоре не буду петь, можно я сам что-нибудь спою? Пожалуйста, давай заявку. Тогда я оформил заявку. Все. И вот мы приехали, там люди с 8 стран, все пели, все пели какие-то такие великие какие-то произведения, там голос звучал где-то там высоко, где-то чего-то. Все, и вдруг я вышел в костюме, как бахнул тут в детстве эта песня, под аранжировками у меня тут есть, и стал золотым лауреатом. Все так ахнули и удивились, говорят, нифига себе, медаль получил золотую премию, ты еще и стал это самое, нифига себе, взяли, говорит, на свою голову. Так что я стал международным лауреатом, я успокоился, все, ипостаси у меня есть, все нормально. И теперь, так сказать, сам. А потом меня привели в клуб «Волжан», к «Волжанам» сюда. Я здесь, в «Волжане», я почувствовал, что здесь великолепные творческие люди, которые сами, так сказать, сам. Я понял, что как бы вот оно творчество это внутри себя, это, так сказать, сами, это некоторые, конечно, есть люди, которым надо большой рекламы, много грома, чтобы было, так сказать, самое, так, и все такое, значимость большая какая-то, вот. А вот в основном некоторые трудятся, пишут ради себя, издают, так сказать, книжки, так же, как я все это издавал, вот, и радуют себя и радуют других людей. И я в этом испытал, так сказать, радость. Я пишу какие-то песни, я не думаю о том, что где-то они, так сказать, сами куда-то их продать, где-то они что-то и так далее. Я их пою на клубе самодеятельной песни, на всяких разных других где-то концертах и так далее. И считаю так, Бог с ним, если хорошая песня, она будет жить. Бога ради. Людей уже многих нет, великих, которые, так сказать, сами написали песни, которые стали народными какими-то, еще что-то. И фамилии уже стерты. И наши фамилии рано или поздно сотрутся вообще, никто о нас знать не будет. А если хоть одна какая-то песня или стихотворение чего-то долетит где-то до наших внуков, так сказать, сам, это будет великолепно и хорошо. Вот. Я в этом испытываю какую-то радость. Я поэтому где-то что-то нет, да и что-то напишу. А люди, когда я прихожу в Волжане, когда я вижу презентацию, да, они меня в этом плане даже подпитывают. Потому что только в обществе людей, когда слышишь стихи одних, других, песни третьих и так далее, ты начинаешь что-то свое, так сказать, самое как-то уже рождается. В одиночку очень трудно сидеть и высасывать. Я ничего не высасываю. Родилось, не родилось. Я никуда не гонюсь и так далее. Поэтому последнюю песню разрешите. Крайнюю. А? Крайнюю песню. Последнюю не надо. Посвятить вот как раз Волжанам. Что пожелать вам, пожелаю счастья. Пусть добрым светом ваши светятся глаза. Вы улыбаетесь чаще, жизнь прекрасна. И пусть от счастья кружится голова. Живите в здравии, в любви и радости. Да будет мир в душе согласен и покой. Всех благ земных вам. И 100 лет всем нам до старости. Волжане с вами я, а вы теперь со мной. Чтоб пожелать вам, пожелаю веры. Она всегда укажет в жизни светлый путь. Вас приведет, друзья.
друзьям хорошим верны, и вместе с ними вы поймете жизнь и сны. Живите в здравии, любви и радости, да будет мир в душе, согласие и покой. Всех благ земных вам и 100 лет всем нам до старости. Должен с вами, а вы теперь со мной. Что пожелать вам? Вы любви хотите? Такой любви, чтобы быть любимым и любить. При встрече с нею свое сердце распахните. Желаю вам, друзья, в любви прожить. Живите в здравии, в любви и радости. Да будет мир в душе, согласие и покой. Всех благ земных вам и 100 лет всем нам до старости. Продолжай с вами, а вы теперь со мной. Всех благ земных вам и 100 лет всем нам до старости. Волжане с вами, а вы, друзья, со мной.